Здравствуйте, в эфире программа «День республики», в студии Айна Басхаева. Глава Калмыкии Бату Хасиков провел прием граждан по поручению президента Владимира Путина. На встрече рассмотрели обращение жителей Икибурульского района по вопросу капитального ремонта сельского дома культуры. Здание социально значимого объекта в поселке Багабурул 1975 года постройки. Окна и двери обветшали, система отопления не обеспечивала комфортный температурный режим. Канализация и водоснабжение отсутствовали, что не соответствовало требованиям Санпин. В прошлом году проект капитального ремонта сельского ДК был направлен в Федеральное министерство культуры и отобран для субсидирования в 2021 году в рамках национального проекта «Культура». «Последовательно обеспечиваем нашим землякам комфортные условия для жизни и досуга», отметил Бату Хасиков. Сегодня объем выполненных работ составляет почти 80% от стоимости контракта. Все работы ведутся с опережением графика. К другим темам министр экономики и торговли республики Дмитрий Троицкий и главный государственный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев ответили на обращение предпринимателей, касающиеся ковидных ограничений. Так, многих интересовал вопрос работы торговых центров, объектов общественного питания и рынков в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Троицкий пояснил, что работа общепита, торговых центров и рынков не будет приостановлена, однако предприниматели должны строго соблюдать требования Роспотребнадзора. Также он напомнил, что усилился надзор со стороны межведомственной группы в отношении торговых точек на предмет соблюдения антиковидных мер. В свою очередь, Санджиев отметил, что ситуация в регионе позволяет работать бизнесу, однако жители должны отнестись к мерам предосторожности со всей серьезностью. В других регионах ситуация по коронавирусной инфекции намного хуже, чем у нас на сегодня. По прогнозам экспертов, нас ожидает пик, если мы прогнозировали вторая половина ноября, то введение с локдауном, текущая ситуация, вынужденные каникулы, да, сдвигает пик заболеваемости на декабрь. Поэтому органы исполнительной власти республики решили не вводить жесткие мероприятия, как в других регионах. Вы видите, да, что в других регионах бизнес не будет работать в нерабочие дни. Вот у нас будет работать. Но мы оставляем за собой право в случае ухудшения эпидситуации вводить более жесткие меры. Еще один вопрос, который волновал большое количество предпринимателей, это применение QR-кодов. На каких объектах они вводятся, как осуществлять при их помощи контроль и как определять их достоверность? Для этого потребуется наделить специального сотрудника на входе, либо у многих предпринимателей на входе есть пункт охраны. То есть для этого нужно иметь устройство, которое будет считывать QR-код при его наличии. Ну а для тех, кому прививка противопоказана, вместо QR-кода стоит носить при себе справку из медучреждения. И в продолжение темы к оперативной сводке по заболеваемости в регионе COVID-19 за минувшие сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 60 жителей республики. Два человека не справились с болезнью, 58 выздоровели. На сегодняшний день на лечении в инфекционных больницах находится 489 человек, 27 пациентов в тяжелом состоянии, в том числе 12 на ИВЛ. Режим домашней изоляции соблюдает 2801 контактный. Продолжаем выпуск. С 15 октября в республике, как и по всей стране, стартовала перепись населения. Главная особенность массового анкетирования 2021 года – возможность заполнить бюллетень через интернет. На портале госуслуг открыт специальный сервис «Пройти перепись населения». Для подачи сведений о себе необходимо иметь учетную запись. Самостоятельно заполнить переписные листы можно до 8 ноября. О том, как проходит всероссийская кампания в Калмыкии, расскажет Нагана Кашранова. Основной объем данных для переписи по традиции будут собирать путем обхода квартир и домов. В опросном листе значится 33 вопроса о возрасте, занятости, владении языками. Сразу несколько вопросов о жилище участников переписи. Есть в анкете и бланк для иностранцев, временно проживающих на территории России. Отвечать на все вопросы не обязательно. Более того, переписчик не будет требовать подтверждения ваших данных. Ходим в основном либо в будни, либо после обеденной. Когда уже люди все более дома, это в вечернее время, конечно, бывает. Переписчик должен выглядеть в полной экипировке своей. То есть у него будет вот такой вот паспорт, скажем так, удостоверение личности должен быть, планшет, сумочка и накидка переписчика. У каждого переписчика должно быть на руках удостоверение, которое действительно при наличии паспорта, подтверждающего его личность. Для тех, кого по каким-то причинам переписчик не застанет дома, есть возможность заполнить анкету на стационарном участке или в МФЦ.
Интернет-перепись завершается 8 ноября 2021 года на переписном участке и на дому 14 ноября 2021 года. Для прохождения интернет-переписи необходимо авторизоваться на сайте госуслуги.ру, выбрать услугу «Пройти перепись населения», заполнить ответы на вопросы, переписать не только себя, но и всех, с кем живете в одном жилище, нажать кнопку «Завершить», когда заполнены все ответы. Таким образом, на почту придет и на мобильный телефон придет QR-код на домохозяйство и цифровой код на каждого члена домохозяйства. Предъявить их переписчику, который придет к вам домой. Это нужно для защиты от дублирования записей в базе данных Росстата. Переписчик не будет требовать подтверждения ваших данных, поэтому их можно указать произвольно. Однако рекомендуется давать честные ответы, так как по сведениям Росстата изучается демографическое, социальное и экономическое положение в стране, что скажется и на будущих мерах социальной поддержки. Нас не застали дома и просили связаться по телефону или к ним прийти в пункт. Да. И как вы будете участвовать в переписи? Конечно, буду. Скорее всего, я позвоню по тому телефону, что у них есть, и с ними встречусь, переговорю и сообщу все свои данные. Как родной язык, все должны указать именно тот язык, на котором они разговаривали с детства. Калмыки должны написать, что они калмыки, калмыцкий язык они знают, да? Вот я, ставропольская туркменка, я напишу, что я знаю, я на самом деле его знаю, туркменский язык. То есть, а русский, конечно, это, безусловно, все мы знаем хорошо, да? Но надо поддержать свои родные языки. Спросили, сколько человек живет, где прописаны, образование спросили, какое семейное положение. Так, такие вопросы просто. Надо же знать, сколько людей живет в стране-то. Ну, думаю, мы должны знать, сколько в каждом городе, какое население. Мне это лично всегда интересно. Чтобы знали, сколько граждан у нас пожилого возраста, сколько молодежи. В то же время это для будущего же это понадобится, правильно? Переписчик не имеет права требовать у вас паспорт или другие документы. Также вы можете позвонить по телефону стационарного участка и проверить личность переписчика. Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в стране, для жителей предусмотрена возможность заполнить анкету онлайн на портале госуслуги, либо придя на стационарный участок или в отделение МФЦ. Нагана Кашранова, Максим Мятежный, информационная программа «День Республики». Сегодня в центральном хуруле Калмыкии прошел праздничный молебен, посвященный нисхождению Будды Шакьямуни на землю с небес 33 божеств и дню рождения Шаджинламы Калмыки Телу Тулку Ринпоче. По словам монахов, все действия в этот день усиливаются в миллионы раз, поэтому важно совершать благие поступки, которые позволят накопить большое количество заслуг. Шаджинлама не любит отмечать свой день рождения, но мы все буддисты, мы его сердечно поздравляем, желаем ему всего самого хорошего, доброго, сил в его нелегком деле, ну и, конечно же, здоровья, долгих лет жизни. Также в этот день состоится передача «Ламрин Чинмо» или «Большое руководство к этапам пути пробуждения» одного из важнейших трудов, написанных Ламой Цонкапой, основоположником школы Гелуг на Тодубичи к центральному хурулу. В связи с непростой эпидемиологической обстановкой в республике все мероприятия проходят с учетом необходимых мер безопасности. Национальный драматический театр открывает юбилейный 85-й театральный сезон. Он посвящается памяти первых профессиональных артистов калмыцкого храма Мельпомены. Юбилейное торжество состоится 8 ноября в 15 часов. В этот день, по традиции, театр представит зрителям праздничную концертную программу и встретит друзей. В преддверии мероприятия в течение 5 вечеров с 3 по 7 ноября будут показаны спектакли режиссеров театра, получившие признание зрителей. А 29 октября в 18 часов поклонникам искусства представить постановку Михаила Башкирова «Братья калмыки». Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV зеленой точки и Ростелекома и на официальном аккаунте в Instagram riakalm.ru. На этом у меня все. До встречи.